Снова привет, дорогие друзья! Я сегодня подготовил для вас очень-очень крутую карту на фарм опыта. Простейшую, имбовейшую, АФК. Как вы любите. Давайте покажу, что за карта. Заходим в поиск. В поисковую строку вводим код 56509797000092. Нажимаем Enter. Нажимаем на эту картиночку. Выбрать. И ставим частную игру. Обязательно. После чего нажимаем кнопочку «Играть», чтобы запуститься на карту. И заходим к себе в магазик. Магазики, не забудьте внизу нажать кнопочку «Поддержка автора» и ввести мой код G-AB. Потом нажимаете «Поиск», код фиксируется у вас в магазике, и с этого момента вы будете поддерживать меня всеми своими покупками. Друзья мои, спасибо вам большое всем, кто это сделал, за такую крутую поддержку. Тут, когда загрузились на карте, пробегаем чуть-чуть вперед, возле стульчиков справа нажимаем кнопочку скрытую, потом разворачиваемся и двигаем вот к этому баннеру «Tilted Zone Wars». Нам нужно с тобой попасть на эту карту. Видишь значок XP? Это гарантия стопроцентная, что на карте дается опыт. Нажимаем на баннер. Здесь обязательно настроечки острова меняем с общего на частный режим. И когда у тебя вот так вот стоит частный, нажимаешь выбрать и ждешь, пока карта загрузится. Сейчас тебе все расскажу, что делать, в какой последовательности. Итак, мы загрузились на карте. Здесь можно не брать никакой лут, он нам в принципе не понадобится. Нам нужно с тобой выбраться наружу и построиться наверх, чтобы сориентироваться, где мы находимся. То есть строим вот так вот просто несколько рамп, чтобы забраться повыше. И я тебе сейчас покажу, куда нужно нам попасть. Когда построился, ориентируйся на вот это вот место. Вот эти вот высокие здания. Нам нужно среди вот этих высоких зданий добраться до маленького. До вот этого. Вот оно. Прилетаем сюда на это здание или прибегаем, как вам удобно. Вот ориентир, здесь кучу баннеров на стеночке есть. Нам нужно с тобой встать вот на этот угол. Вон, видишь, идет буря. Здесь на углу делаешь эмоцию, какой-нибудь стикер, танец, вообще абсолютно неважно какую. И вот тут появляется скрытая кнопочка, вот она, взаимодействовать. Мы ее нажимаем, эту кнопочку, и буря исчезает. Запускается наверху таймер на 16,5 минут. Надо подождать, пока этот таймер закончится. Сейчас я чуть-чуть построюсь наверх для того, чтобы показать, куда нам нужно с тобой прибыть. Вон там вот за винтовой вот этой башней находится танцевальная площадка. Вот туда нам с тобой и надо. Здесь и будет все наше веселье. Прилетаем или прибегаем сюда на площадочку и ждем, пока закончится наш таймер. Дружище, давай договоримся, если тебе зашло мое видео, если тебе понравился этот фармист, ты круто здесь залутал опыт и прокачал свой боевой пропуск, обязательно поставь лайк этому видосику и напиши в комментариях, сколько опыта залутал ты. Конечно же, не забудь подписаться на мой канал. У меня каналы на YouTube, Рютюбе, ВК, в ТикТоке, на Твиче, где я стримы провожу. Так что, и даже Яндекс.Дзен. Короче, где тебе удобно, там ты и можешь смотреть мои видосики. Все, дружище, ждем сейчас таймер. Для того, чтобы все узнать подробно, залетай вон там по ссылочке в виде QR-кода ко мне в Discord-канал. Там можешь задать любой вопрос и там в общем чате в закрепе почитать всю информацию о тех челленджах, которые сейчас проходят. Смотри, закончился таймер. Теперь мы нажимаем вот здесь на вот этом диджейском пультике кнопочку «Взаимодействовать». У нас запускается сразу опыт. Бьем по вот этим колоночкам, они у нас исчезают, и через 3 минуты они снова появятся, эти колоночки, по ним можно будет снова ударить. Теперь здесь нам нужно сделать с тобой какую-то эмоцию, которая будет долгая, которая будет у тебя на протяжении там долгого времени работать, пока не появятся новые колоночки, которые нужно будет ударить, чтобы получать опыт во время использования эмоций. Как только прекратишь делать эмоции, у тебя перестанет начисляться дополнительный буст к опыту. Поэтому следи все время за тем, чтобы все время какая-то эмоция у тебя работала. Либо танец, либо игра на музыкальных инструментах, либо какая-то долгая другая эмоция. Все, теперь давай посмотрим хотя бы 15 минуточек здесь, да. Посмотрим, побьем по вот этим колоночкам и пофармим опыт. Сколько получится у нас в итоге. Погнали! Так, друзья, вот чуть-чуть тут постоял, пофармил опыт, уже 150 тысяч накапало мне, при том, что это уже у меня сегодня не первая карта, и у меня здесь нет бустика, да, у меня опыт с ограничением капает на аккаунт. Все, на этом с вами буду прощаться, ребят. То есть можете стоять, пока у вас есть лимиты на опыт. Можете вот так вот просто какую-то делать эмоцию и тусоваться здесь, и вам будет насыпать.
пока будете делать эмоцию. Не забывайте бить по вот этим колоночкам, потому что они дают дополнительные бустики. На этом, друзья мои, всем желаю классного дня, крутого настроения. И не забудьте поставить свой лайк видосику и написать комментарий, сколько опыта залутали вы. Я стараюсь для вас каждый день. Все, пока.